Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Во все тяжкие. Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключенного из школы, при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда ОБН, он лишился подельника и лаборатории. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!